Руководство полка ДПС поздравило жен и вдов своих сотрудников с наступающим Международным женским днем. Представительницы прекрасного пола получили цветы, праздничный обед и массу положительных эмоций в канун 8 марта. На мероприятии присутствовала и наша съемочная бригада. Камиль Девятов расскажет подробности. В преддверии весеннего женского праздника 8 марта руководство полка ДПС республики организовало встречу с женщинами, которые трудятся в составе полка, а также женщинами сотрудников ГИБДД, погибших при исполнении служебного долга. Хочу подчеркнуть наших женщин, непосредственно которые выполняют свой долг, трудятся в коллективе полка, наших девочек, которые следят за вас, которые организовывают эти моменты. И я вас уверяю, здесь и инспекторский состав, вообще весь полк принимает активное участие. Мы вас не забываем, мы всегда с вами. Поздравления с женским днем от стражи порядка стали своеобразной традицией, как говорят в коллективе полка ДПС. Радовать женщин – это самое приятное. Сегодня здесь собрались как наши сотрудницы, так и жены, вдовы погибших сотрудников полка ДПС. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех женщин с наступающим праздником, пожелать им здоровья, мира, благополучия. Чтобы все дни жизни их не были такого же праздничного настроения. Для милых дам в этот день звучали стихи Расула Гамзатова, ну и, конечно же, были цветы. Неизменный атрибут женского праздника. Подарки от строгих, на первый взгляд, сотрудников ДПС не стали для виновниц торжества приятной неожиданностью. Акция традиционная и проходит каждый год в канун 8 марта. И очень приятный сюрприз. Мы знали, что наши сотрудники, наши коллеги нас очень любят, уважают. И нам вдвойне было сегодня приятно получить от них такой сюрприз в виде такого праздника. В общем, на любые праздники нас поздравляют. Очень приятно, думаю, присоединяться наши девочки тоже к моим поздравлениям. Всем весеннего настроения, любви, счастья, добра, взаимопонимания. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.